Во всем есть самое, в друзьях и в огорчениях, в успехах жизненных, в утратах и изменах. Итог подводит не кинжал чеченца, не просветление на виражах семейных. Уверовавший личного Христа, сам лично встретится на поприще к Дамаску. Тогда все эти самые сумеет наверстать, безжалостно сорвет срамные маски. Я отвечаю искренним друзьям и хитрым недругам, засевшим скорпионом, о том, что утерявшие нам без чего нельзя считать себя в числе Христом спасенных. Набравшись духа, словно на духу, все сразу отвечаю безоглядно, без благовестия, подобие петуху, из квакающей твари преобразишься вряд ли. Считаю поражением самым-самым уйти в монашество, в затворное болото, хрустеть акридами, греметь в тоске маслами, в потемках закутка консервы жадно лопать. Страшнее казни нет, да и не может быть, уйти из мира, а не наоборот, не благовествовать украшенных коры, обетом иноческим засмоливший рот. Монашество есть дерзкий вызов Богу, на проповедь пославшего всех до одного. Монахи перебили миллионам ноги, их из затворов не выпнешь евангельской ногой. Остаться без Библии на русском языке, и самое ужасное, страшнее голодной смерти, в душе тогда дыра, свет дырки на виске, как свето представление без веры. И самое ужасное – остаться без Христа, остаться без друзей, любви лишиться как-то. Что толку от затвора, молитвы и поста, Адамову игру, затеяв с Богом в прятки? 1 марта 2005 года.